корова. Да. А молоко какое? Коров растеряешь, кто платить будет, а? Халтики, вы вначале платок бы сняли, а то ворчите постоянно, как моя жена. Да иди ты. Завтра Апашка из города приезжает. Она не любит беспорядка дома. А я вот почти всю жизнь в городе прожила. Добрая, умная, красивая она, но городская. Разве ей нужен такой, как я? Да еще с коровой. Айжан в школе. Вот я пришла за молоком. Закрой дверь! Зачем подглядываешь? Голого немца не видел? Не поздно ли мне жениться? Ну, что там у вас? Да вот, к Алтаю приспичило. Собрался жениться. Что, сдурел, что ли? Ну, вон, возьми мою жену. Бесплатно отдам. А у тебя с этим все в порядке? С кем? Да. Ну, с этим твоим тигренком. Свадьба на носу, а его мужское достоинство давно в простое. Надо запустить по новой. Я вам что, испытательный полигон, что ли? Да и вы, по-моему, как спелая вишенка. Городская. Корчит из себя. А мы, значит, колхозники, а? А мы к тебе свататься приехали. Они меня замуж зовут. Что, все втроем? Ансалан, бахатам сияхана. Здравствуйте. Вы что, уезжаете? Пора. Погостила и хватит. Каждому нужна своя вторая половинка. Душа не стареет. И не важно, сколько тебе лет. Веришь? Хотели как лучше. Алтай. Получилось как всегда. Женишься ты или я? Или вот этот придурок? Саты балды! Эй, я не придурок! Ну да, ты не придурок. Ты полный идиот.